улица Вознесенская, которая ведет к Троицкому, к Сергиеву Лавре, в Сергиево Посаде. Это так изменилось за последние годы, эта улица. Это застроена новыми зданиями. Вот одна из старинных оставшихся деревянных. В основном новые кирпичные особняки с глухими высокими заборами. Вот еще старинное здание. Такое. Сергиев Посад. Вот одно из величественных новых особняков. Вдоль дороги высажены клёны, липы, берёзы. Сквозь листву блестят купола храма, монастыря. В Сергиевом Посаде при подъезде к Лавру открылся такое интересное кафе. Жюри. Французское кафе. Такая барная стойка. Духа православия, народ сюда собирается у храма, вот очередь на храм на реставрации Троицкий. Соборная площадь. Цветник такой красивый с хризантем композиции. Надкладезная часовня. Фонтанчик уже с питьевой водой. Все выключено.